Служение Дерека Принца. Что означает быть мужем Божьим? Часть вторая. Как власть работает в божественной семье? Сейчас вы сильно удивитесь. Иисус говорит о своем отношении к власти отца. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стихи. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. Получается, что Бог Отец дает повеление своему Сыну, а Иисус повинуется повелением Отца. Поэтому идея о том, что в семье не должно быть повелений, не является библейской. В небесной семье Бог дает повеление, а Иисус его исполняет. В Евангелии от Иоанна, 12 главе, 49 стихе, Иисус говорит, ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». «Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Итак, во всем Своем учении Иисус повиновался повелением Отца, Такие отношения в небесной семье. А в 14 главе после общения с учениками Иисус готовится выйти в город, где его ждет суд и казнь. И тут он говорит, но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Итак, Иисус пошел на крест, чтобы исполнить повеление Отца. Это была последняя проверка на послушание. А в послании к Евреям 5 главе 8 стихе сказано, Хотя Он и был сыном, но через страдания научился послушанию. Это модель общения между двумя божествами, Отцом и Сыном. Отец дал повеление а Сын научился послушанию через повинование Его повелением. Он не был примером разгильдяйства или непослушания. Бог является очень точным и аккуратным. Он говорит, что нам делать, и ожидает, что мы будем это делать. Так же должно быть и в человеческой семье. Есть три служения Иисуса, которые Отец должен воспроизвести в Своем доме. Служение священника — это первое. Служение пророка — это второе. И служение царя — третье. Как священник, он ходатайствует за свою семью. Помните, Иов поднимался каждый день рано, утром, и приносил жертвы за своих сыновей и дочерей. Как пророк, он приносит Слово Божие своей семье, ну и как царь, Он правит своей семьей согласно Слову Божьему. Священник, пророк, и царь. Но сегодня я хочу сделать акцент на власти, дисциплине и послушании. Все это начинается на небесах, а не на земле. Бог желает, чтобы это было воспроизведено в каждой семье. Отец должен быть священником, пророком и царем. Вы когда-нибудь задумывались, почему Бог выбрал Авраама? Бог искал человека, который станет отцом для особенного народа, который исполнит Божие предназначение на земле. В его распоряжении было все человечество, а он выбрал человека по имени Авраам. Даже его имя важно, потому что на иврите «Ав» — это отец. Бог в первую очередь искал отца. И в Бытии, 18 главе, он говорит нам, почему он выбрал Авраама. Бытие, 18 глава, 17 стиха. Господь вместе с двумя ангелами был на пути в Садом. Он остановился у Авраама, и Авраам радушно принял его. Затем ангелы пошли дальше, а Господь задержался. Довольно странно, что Господь посетил дом Авраама без предупреждения. Не думаю, что Авраам судорожно бегал по дому, что он приводил все в порядок и рассказывал жене, как нужно вести себя. Его дом был в порядке. Если бы Господь выбрал ваш дом для своего визита, там было бы все в порядке? Или вам было бы чем стыдиться? Итак, 17 стих. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Он хотел поделиться с Авраамом своими планами. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. А теперь почему? Есть много переводов этого стиха, но суть у них одинаковая. В моей Библии сказано, ибо я познал его для того, чтобы Он мог заповедать сынам Своим и дому Своему после Себя ходить путем Господним. В одном из старых переводов сказано, «Я познал Его, чтобы Он заповедал». А в американской стандартной версии сказано, «Как я избрал Его». Сложно сказать, какая версия наиболее правильная, но суть не в этом. Вопрос в том, почему я избрал, выбрал или познал Его, или для чего, а конкретно для того, чтобы Он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнему творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Итак, что Бог увидел в Аврааме? Что же Бог в нем увидел, что выбрал его на роль отца своего особенного народа? Во-первых, он был отцом. Также Бог знал, что может доверить Аврааму командование детьми. Он должен был не вносить предложения или предлагать идеи, а давать прямые повеления. Это не очень популярное слово сегодня, но оно библейское. Его значение не изменилось. Отец ответственен за то, чтобы приносить Божию дисциплину в свой дом. Любая страна, где отцы не делают этого, не может быть или не может оставаться великой. Когда-то эта страна, гражданином которой я являюсь, называлась Великая Британия. В наши дни мало кто называет ее великой. Она стала просто Британией. Знаете, почему она перестала быть великой? Потому что отцы не выполнили все требования для того, чтобы их страна была великой. Это не второстепенный, а первостепенный вопрос, от которого зависит благополучие вас, вашей семьи и вашей страны. Именно этого ищет Бог. А сейчас я хотел бы немного поговорить о разводе. Давайте откроем последнюю книгу Ветхого Завета, а именно Малахию, вторую главу. Интересно, что Божии принципы Те, что появились в бытии, подытожены в Малахии, в последней книге Ветхого Завета. Бог не изменил свой план и свой порядок. Сегодня слово «развод» у всех на устах. Не знаю, есть ли среди вас люди моего возраста, но я рос в этой стране между двумя большими войнами. Я родился во время Первой мировой войны, родился я в Индии, но вскоре переехал в эту страну вместе с родителями, или родители переехали со мной. Я прожил в этой стране до 25 лет и был представителем высшего общества. За те 25 лет я встречал только одного разведенного человека. Вы можете в это поверить? И отношение было таковым. Та женщина в разводе? Вы можете в это поверить? Она разведена. Боже мой, как быстро все изменилось в Британии. Произошел оползень, который вполне может перерасти в лавину, и она унесет эту страну и ее людей. Это осознанный уход от Бога, от Его стандартов и требований. Давайте посмотрим, что Бог говорит о разводе во второй главе Малахии. Начнем с 15 стиха. Опять же, переводы есть разные, но суть одна и та же. Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом. Он сделал Адама и Еву одним. Он мог бы сделать больше, но не захотел. Почему он так сделал? Да чтобы они могли иметь благочестивое потомство. Так что защищай этот духовный союз. «Не будь вероломным против жены юности твоей». Я думаю, что быть вероломным соответствует современной фразе «изменять». То есть пусть никто не изменяет своей жене и не нарушает свой брачный союз, потому что это противно Богу. Следующий стих «Господь, Бог Израиля, говорит, «Я ненавижу развод». Затем он еще раз говорит, почему он сделал их одним, потому что ему нужно благочестивое потомство. Когда Бог смотрит на брак, то он в первую очередь смотрит на потомство, что они произведут. Как они будут заботиться о том, что я им поручил, о самом дорогом, о ребенке? Будут ли они Ответственными будут ли они воспитывать ребенка в послушании Господу? Он заинтересован в благочестивых потомках. И нет никаких сомнений в том, что моногамный брак между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь ⁇ это наилучший способ для произведения благочестивого потомства. В 50-х я был пастором небольшой церкви на западе Лондона. Из-за того, что у нас не было здания, которое имеет лицензию для заключения браков, вы знаете, что в этой стране лицензия выдается зданию. Наши прихожане регистрировали брак в ЗАГСе. Несколько раз мне доводилось быть свидетелем. И в каждом ЗАГСе на стене была такая надпись Согласно закону этой страны, брак — это союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Другие варианты исключены. Это библейское определение брака. Мне кажется, что сегодня таких надписей в ЗАГСах больше нет, но я могу и ошибаться, но это явно уже не практикуют. Это была главная концепция брака в этой стране в 50-х годах полвека тому назад. Хочу повторить это еще раз, потому что это очень сильно согласно закону этой страны. Брак ⁇ это союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Другие варианты исключены. Более библейского определения брака вам не найти. Именно это и есть брак. Бог ненавидит развод. Я не нападаю на разведенных людей, потому что знаю, что сегодня у человека может не быть другого библейского выхода, кроме развода. Это не нападки на людей, а нападки на систему, которая производит разводы. Сегодня в Америке половина всех браков заканчивается разводом. Люди просто пожимают плечами и возвращаются к своему кофе. Больше нет понимания того, что это ненормально. Я считаю, что главная проблема этой страны ⁇ это дети без родителей. Психологи и социологи предлагают различные решения этой проблемы. Но корень проблемы в том, что родители не занимаются своими детьми. А самыми бездейственными и равнодушными в этом вопросе остаются мужчины. К сожалению, свобода женщин стала бумерангом. Женщины освободились от ответственности почитать и слушаться своих мужей, а мужчины освободились от ответственности быть с одной женщиной. Люди женятся, мужчина устает от жены и уходит без угрызений совести, а женщина остается с одним или двумя детьми и воспитывает их одна. Чья это потеря? Женщины. Это катастрофа. Меня очень сильно волнует судьба матерей-одиночек. Я считаю, что церковь не делает для них того, что должна. В послании Иакова 1 главе 27 стихе сказано «Чистая и непорочная» Благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов. Но церковь этого не делает. Давайте разберемся с корнем проблемы. Это развод. Бог говорит, «Я ненавижу развод, потому что мне нужно благочестивое потомство». Есть только одно решение для малолетней преступности. Вы можете заниматься исследованием этого вопроса. Можете обращаться в различные государственные учреждения. Но решение только одно. И это родители. Ничто, кроме родителей, не может производить благочестивое потомство. Если забросим это, то забросим наших детей. Итак, мы читали первые главы Бытия, потом читали книгу Малахии, последнюю книгу Ветхого Завета. И видно, что от начала до конца Бог не изменил свое мнение. «Мне нужно благочестивое потомство и союз одного мужчины и одной женщины». Последние два стиха Ветхого Завета — Конец Ветхого Завета. Я так рад, что есть Новый Завет, Через мгновение я объясню почему. У Малахии в 4 главе, 5 стихе, Бог говорит, вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Получается, что последнее слово Ветхого Завета — это проклятие. Оно обозначает полное разрушение. Это последнее слово Ветхого Завета. И я рад, что есть Новый Завет. Я бы не хотел, чтобы последним словом Бога было проклятие. Он сказал, что проклятие придет на землю, если сердца отцов не обратятся к детям. Давайте прочтем это еще раз. Вот, я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я придя не поразил земли проклятием. Заметьте, кто должен обратиться первым? Вы заметили? Не дети, а отцы. Именно на них Бог возложил главную ответственность. Мы можем жаловаться на молодое поколение, указывать на все их ошибки и проблемы, но обвинять нужно не их, а наше поколение. Это мы предали их. Это мы увели их с правильного пути и не донесли до них истину и Божию дисциплину. Теперь Бог судит нас через детей. Они могут сделать нашу жизнь очень неприятной, если мы что-то не сделаем с этим. Я верю, что в доме, воспитывающем детей, должно быть два основных требования — во-первых, любовь. Во-вторых, дисциплина. Одно без другого не может нормально функционировать. Дисциплина без любви производит бунтарей. А любовь без дисциплины производит безответственных людей. Мы с Руфью возглавляем семью из 12 усыновленных детей. Может, мы так не выглядим, но это именно так. Сегодня в нашей семье около 150 членов. Поэтому у меня есть небольшой опыт в этом вопросе. Я хочу сказать, и постараюсь быть осторожным, чтобы не перейти на личности. Я видел людей, разбалованных родителями. У всех них была сложная жизнь. Сделать ребенка счастливым не значит испортить ребенка. Не нужно делать для него все, что он просит, удовлетворять все желания. Если вы будете относиться к детям так, то выйдя в жизнь, они будут думать, что жизнь будет относиться к ним так же, а это не так. Жизнь сложная штука, и она не становится проще. Для того, чтобы вырастить счастливых детей, нам нужно комбинировать любовь и дисциплину. К сожалению, это редкая комбинация. Наша проблема ⁇ бездейственные мужчины. А это приводит к безотцовщине. Это оползень, который со временем превратится в лавину. Сколько бы компьютеров у нас не было, и сколько бы дорогих машин у нас не было, сколько бы недвижимости у нас не было, все это не поможет, если мы не разберемся с основной духовной проблемой, проблемой отцов и детей. Мы можем попытаться обойти ее, но у нас не получится. Мы можем игнорировать Божьи законы, и какое-то время нам это будет сходить с рук. И мы даже будем преуспевать, но в конце концов Бог настигает нас. Много лет назад я изучал латынь, и там была фраза «Педипина квада». Это «имя справедливости» или «наказание». Эта фраза означает, что справедливость или же наказание действуют медленно, но в конце концов они настигают нас. А теперь мы перейдем от темы, что означает быть мужем, к теме, что означает быть мужем Божиим. Вы не можете быть мужем Божиим, если не знаете, что значит быть мужчиной. Это первое требование. И сейчас я хотел бы коротко поговорить о двух квалификациях или требованиях к старейшинам. Я хочу, чтобы вы заметили, что в обоих случаях от старейшины требуется управлять. Управление — это его первая и наиважнейшая функция. Первое послание Тимофею, третья глава, со второго по четвертый стих. Павел, епископ или руководитель, говорит тут следующее. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякою честностью. Последнее требование к старейшине — умение управлять своим домом. Если он этого не делает, то не подходит на эту роль. То же послание, но уже 5 глава, 17 стих, говорит нам следующее. «Те старейшины, которые успешно управляют, достойны двойного вознаграждения, особенно те, кто усерден в проповеди и учении». Итак, одно из качеств мужа Божьего — это умение управлять умение и желание управлять. А в нашей культуре это не всегда делает вас популярным. Если вы хотите быть популярным, то не становитесь старейшиной. Но если вы хотите Божьего одобрения, тогда быть старейшиной — хорошо. Вам часто придется решать, чего вы хотите — популярности или Божьего одобрения. Люди, движимые желанием обрести популярность, никогда не смогут стать сильными и стабильными христианами. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.